Пожар произошел в художественных мастерских, расположенных на улице Промышленной в Хабаровске. В момент возгорания в помещениях находились люди. Впрочем, помощь спасателей в основном потребовалась котам, которые официально трудоустроены в мастерских. С подробностями Ирина Забродина. В этом здании под одной крышей располагаются мастерские скульпторов, художников, дизайнеров. И многие городские памятники, монументы и скульптуры были выполнены именно здесь. В среду вечером из помещения на первом этаже повалил густой дым. Загорелся склад, в котором хранились старые инструменты и лакокрасочные материалы. В мастерских еще работали люди. Те, кто успел выбежать на улицу, сообщили пожарным, что в помещении остались люди и много кошек, которые в этих мастерских успешно боролись с мышами. Я тут запах почувствовал, просто вниз пошел, говорит, фонарик давай. Я пошел за фонариком и уже не мог назад выйти. За несколько минут пожарные провели эвакуацию. И если работники находились в относительной безопасности у открытых окон, животные действительно могли задохнуться от угарного газа. Дымом заволокло практически все здание. Спасатели подоспели вовремя. Сегодня днем уже в спокойной обстановке художники оценили последствия. Сгорело небольшое помещение. Складское, где находились старые инструменты, лакокрасочные материалы, ну, одним словом, склад выгорел полностью. Больше ничего не пострадало, за исключением коридоров, полов, то есть все закопченное, потолки, стены, крылья, имущество художников не пострадало, и людей тоже никто не пострадал. Кошек тоже вроде всех спасли. В основном было сильное задымление. Как предполагают художники, к пожару могла привести подготовка здания к зиме. В элеваторной накануне меняли трубы, слесари использовали сварочный аппарат. Помещение, в котором шли работы, граничит со складом. Искры могли попасть в него через брешь в стене и спровоцировать возгорание. Официальные причины пожара назовут после проведения экспертизы. Ирина Забродина, Юлия Рябцева, Леонид Бульдегеров, телеканал «Губерния».